Всем привет! 12 июня, вторник, выходной праздничный день, День России. Да, Филимон, уйди так к черту, блин! Лез, блин, под ноги, пока на лапу не наступила. Зараза такая. Еще и что-то меня поцарапал своими когтями. Ой, радио сейчас выключу нафиг. Фу, кофейку себе сварила, сейчас попью кофеечку в такой кружечке. Так, это выливаем сюда, куда-нибудь. И потом вымою. Он терся об меня, чтобы я его вычесала. Я только проснулась. У меня своих дел до хрена, блин. Зараза такая. Дай мне хоть кофе попить. Ой, блин. Вот, блин, не вычесывала, и он ко мне не приставал. А теперь он ко мне лезет, блин. Требует, блин. И утром, и вечером, чтобы его вычесывали. Ой. Так. Что у нас там на улице? 20 градусов. Погода отличная. Ну так, относительно. По крайней мере... Ой, что там? Какие-то бабочки летают, моли. Такой гадости мне не надо в квартире. Так, теперь окно захлопнулось. Во. Хорошо, как на улице-то. Так, 20 градусов, не жарко, как-то так пасмурно. Классненько, все машины у подъезда, никто никуда не едет, ни на какие дачи никуда. Может, уже вернулись, завтра же на работу всем. Что-то я даже ни разу не поинтересовалась, а где наша-то машина. Я же даже это не посмотрела ни разу, что с ней, где она стоит, блин. Наверное, с другой стороны дома. У подъезда я не вижу. Ну, ладно, сейчас надо это с балкона посмотреть. Наверное, там под балконом стоит. Фух. О, там много домов понастроили вдалеке. Это у нас там Красногорский район начинается. Вот там, где дома в лесу понастроили. Жилье дорогое, зараза. Даже в Подмосковье. Вот это, по-моему, там однокомнатная квартира 3,5 миллиона стоит. Что-то очень дорого. Вот километров 20 отъехать, вот в Лобне, например, там можно двухкомнатную купить на эти деньги. Причем большую, как вот наша, 60 метров. У меня брат купил двушку маленькую в Лобне. Кажется, за 3 400, по-моему, как раз. Двушку купил чуть-чуть поменьше нашей. А побольше стоило 3 600, как наша. Хорошая погодка. Не люблю, когда жарко. Главное, чтобы дождь не пошел. А так хорошо. Звякну сегодня сестре двоюрной. Сегодня праздник все-таки. Может, они ко мне в гости приедут. Но если не ко мне... Кстати, они могут доехать до станции Химки. Я туда подъеду. И мы там в парке погуляем. Потом можно ко мне заехать. Потом я их на автобус провожу туда, на МКАД. С пересадкой доедут, как я в прошлый раз. А сюда они могут на электричке приехать. Если в парк гуляют в Химки, то на электричке могут приехать. Там, кстати, очень неплохой парк у нас. Его там благоустроили, облагородили. Все там классненько. Аттракционы там всякие есть.
детские. Все там есть, даже в двух местах. Вот, наверное, надо радоваться, что не жарко. Я вот посмотрела там по интернету. Где-то жара под 30 и даже чуть ли не под 40 там обещают через недельку-другую. Там аж 38. А у нас еще нормально, по-божески, не жарко. Я все равно ни на какие пляжи, ни на какие речки не хожу тут в Москве. Хотя тут есть где купаться, наверное, просто что-то как-то... Да есть тут пляжи, если на электричке вот одну остановку, Левобережная или Сосновый Бор в Тушино. Тут где-то недалеко на Щукинском. Серебряный Бор. И еще если по МКАДу ехать, у нас тут пляж на Рублевском шоссе. Пляж есть Микинина. Но там не всегда нормально. Мы как-то раньше ездили туда купаться. Сейчас что-то неохота вообще никуда. В Крым бы я съездила на море. А вот в этом дерьме купаться что-то мне неохота вообще. Так, ну ладно. Закрываю я окно. Наверное, пойду кофеёк пить. В интернете лазить. Ладно, всем пока-пока.